Всем привет, дорогие друзья, с вами Бонни Сакур. И Виталий, братан. И мы продолжаем играть в Savage Lands, и теперь мы собираемся найти то страшное чудовище, которое расплющило Виталика. Значит, куда ты говоришь, нам надо идти от этой башни? Да я думаю, ровно за башню Пошли, заходим и бежим скелет сзади, сразу скелет прямо. сзади. А, пошли. Вот, потому что мы дошли до конца карты, то есть мы нашли тогда много всяких строений, но они были ни о чем. Мы выживали здесь. А что еще-то мы делали? Мы что-то еще делали. Лук крафтили. Лук Круто. крафтили, ну. Вот, и остается найти это страшное чудовище. Чтобы посмотреть на него. Конечно, попробуем его убить, но вряд ли что у нас выйдет. Так. А кто что достал? Ты это сейчас достал? Я, А, я ну. думал, самурай где-то. Все, давай, короче, беги, где ты примерно видел его, а я буду идти за тобой. Вот, мы скрафтил Виталик эту броню. Очень красиво смотрится. У него нету голени, но это ничего страшного. Он их потерял, пока крафтил. В этом плане вот брони проработка сделана вообще просто на максимальном уровне. Вон там даже мех видно. Практически каждую эту волосину. Давай, ориентируйся, ориентируйся. Вспоминай, где это было. Мы будем мстить. Пытаюсь. Надо его найти и убить. Я хочу его убить. Ну видишь, я тебе говорю, там будет проблема в том, что его самураи сопровождают. Там, сколько ты говорил, 4 как минимум было. Ну да, что-то такое количество было. О, лень. Две стрелы надо, чтобы его убить. И причем задницу, да? Да. Ой, где ты эти? А, вижу. Погнали. Бежим дальше. Слушай, ну одежда от холода не спасает. Может, еще ботинки просто надо? Ну ты босиком бежишь. Я думаю, ботинки нужны в первую очередь. На эта херота звуки какие-нибудь издавала, там рев, еще что-нибудь. Не помню, слушай. Может его услышать как-то сможем? Вот чё-чё, вот это не помню. Это просто произошло все очень быстро. Ну я понял, наступили и все. Да. Странно, что он не согревается, когда бежит. Но. Я тебе говорю, с этим великим монстром, я думаю, затащит только какая-нибудь супер броня. Обычно вот это волчья, ничего, там он Ну да, с двух конечно. ударов тебя убьет максимум. Да мне кажется, там супер мощная эта броня, наверное, собьется. Кого там нихера Волки надуло. слева, слева, слева. Хера себе, куда мы зашли, я что-то впервые вижу, чтобы было две стаи волков. Ты по компасу идешь? Да. А, я помню, ты говорил что-то между тройкой и двенадцатью, да? Там еще низинка такая была, ну такая площадка хорошая. Ну, чтобы ему удобнее было бить. Чтобы он в кустах не заплелся. Следи за горизонтом. Может быть, ты его увидишь. Так я и так смотрю по сторонам, я вижу только он налево. А, это смотри-ка с трех. Вон дракон, Так это... смотри. Сейчас. Он полетел направо. Может, за ним надо идти? Волк, прямо. Сейчас, подожди. Но он пошел направо. Вот он. Давай. Да близко не подходи, он же агрится. Ё-моё, лучник-то. Хренов. Вот, готов. Стрелы не забудь. Так, ну смотри-ка, вот низина какая-то. Смотри, мы спускаемся именно. Что-то похоже. Смотри, вон низина, вон чисто Вот, низина. вот, вот, вот. Вот оно, это место. Оно прям похоже. Из тысячи таких же, да? Если да, если здесь есть такие же. Ну, я надеюсь, что мы найдем его. Только давай сначала его издалека разглядим. Ну, конечно. А то ты там вспомнишь, как он тебя обидел, побежишь сразу бить его. С криком в атаку, да. Печаль, беда. Что? Сверху было похоже место, а здесь нихера. Тут кусты новые выросли. Дракон летит опять, смотри. Возвращается. А справа где-то башня вроде была, я видел сейчас за деревьями. Или нет? Но он точно летит от башни. Смотри, какой камень. Огромный.
И он очень приметный. Как ориентир. Может быть, он где-то здесь. Ты, кстати говоря, не против развести костер? У меня холода 27. Ну, у меня так же, я и лутаю. Так а ты что, камни не брал, что ли, с лагеря? Я забыл. А молот у тебя на сколько? Новый. Да ладно. Да. Я же взял новый. Так, что там, флинты-то выпадали? Флинт, да, у меня. Угу. У меня два есть. Два. И у меня два. А, дерево уже надо срубить пока что. Сейчас срублю. И факел-то надо еще попробовать будет. Устанавливаю костер. Флинты закинуты, дерево закинуто, осталось только камень. Что такое-то? Выпадает не все, что не надо. Там надо еще 3-4 камня нам. Бей чисто скалу вот эту. Попробуй скалу. Может, с нее будет камень? Она же на камень похожа, а это как на более драгоценности такие, знаешь, металл там все. Да, но все одно и то же выпадает. То есть ты хочешь сказать, что мы умрем? Мы умрем. Надо еще один камень. Ой, бля. Упал. Ты кто такой? Кто там? Да нормально. Ой, что-то у меня, сука, блидинг вызвал. Тебе кабан укусил? Угу. Насадил на рог свой. Два камня надо, два камня. Давай, ноль уже у меня, ноль. У меня тоже. Вот камень есть, выбил ты. Все. Еще камень, ага. Все. Все? Да-да. Ни хрена тут драк металла. Угу. Давай скорее жариться на костре. Мясо подбери там сырое, кабанье. Во, с мясом-то у нас все нормально, затащи. Я буду с факелом сейчас бежать и греться от него. По-любому смогу согреться. Так, что еще-то надо? Так, а? Валяется, что ли? Жареное мясо вон по одному валяется. В смысле оно валяется? Не стакается. Так это у тебя, наверное, валяется. Да. Все, норм. Вот, я захавал уже нормально. Ты смотри, день, и так все равно так холодно. Но я, правда, голый стою. Так, подожди-ка, я хотел... Ага, вот, хочу вот это вот попробовать. И? Что мне с ним делать? А, от костра зажигать? Не сгорается. А, его удерживать надо? Что он делает? Все, посмотри, я в ботиночках. Угу, круто тебе. А мне факел не разжечь. А что написано? Правой кнопкой нажми. Не работает? Левый, он прямо вот тыркает, ну, что в костер меня ткни. Так и говорит мне, прикинь. Прикольно. И нихера не загорается. Может, его долго держать надо, он плохого качества. Короче, беспонтовая херота, да? Выкинь его. Я почитаю, может, он сгоревший. А ты его нашел, что ли? Да-да. Но он заспавнился в этих, в домах. Ну ладно. Бёрнет, ё-моё, сгоревший. Сгоревший факел. Так, все, пошли. У меня 74 хп и 92 еды. 100% согрелся. Все, пошли? Пошли. Пошли до башни? Или нет? Да, давай дойдем до нее. Просто я не совсем уверен, что мы были у той башни. Но их же здесь, по идее, это три всего. Башни? Да. Угу. И дракон летает от одной к другой. Ну, он треугольником же летает. Получается их три. Ну, смотри-ка, она вроде как побольше такая, поболее будет, да? Ну да, она отличается. Так, что это? Кловсы. Вот почему нельзя копья, смотри, мечи. Ничего забрать нельзя. Что за бред? Так, где эта башня? Я ее потерял. Где же этот злостный монстр? Вот, тебя вижу. Да-да-да. А что, ты обижал ее уже? Нет.
Подняться на нее все так же нельзя. Ну. Вот так чтобы, бы. Чтобы дракона убить. Да не то, что дракона убить, а хотя бы на нее взобрался и посмотрел окрестности. Что куда ты, топать? Нифига. Че там, повешенный? Ну да. Прикольно. Вот это что-то новое. Так он же в броне. Так он его не облутать. И не ударить. Че за бред вообще? Вот камень. Камень поднимаю пока. Не надо, мне бы его оставил, потому что я стакаю его. Давай скину два. Скидываю, скидываю, скидываю. Как раз будет 5 у меня в стаке. О, поднимай. Все. Так, ну пошли дальше, ориентируйся по своему компасу. Ну вот, пошли, нам вот сюда. Так там вода, смотри, или нет? Там вода. Да? Ну пойдем, пойдем. Точно. Не, а куда тогда идти-то? Так подожди, ты же сказал от башни, правильно? А, надо было идти на вот по этим координатам. Но. Так может быть от этой башни надо идти по этим координатам теперь? Ну тогда нам в ту сторону. У тебя компас сейчас показывает туда, куда надо от этой башни? Да. Ну вот, пошли. Вот я иду. Сзади варк. Ой, волки, волки, волки. Твари. Блидинг. Все плохо, умираю. Все. Все. Лекаюсь, лекаюсь, лекаюсь. Давай, ты жри эти бинты. Все, ништяк, нормально. Жить буду. Так, мясо я забрал. Волчье. Угу. И еще забираю. Шкуры. Кто это орет? А, это этот? Блять. Ты уж обрадовался, да? Но. Смотри, опять низина начинается. Но. Я вижу. Блять, кто это орет? Да дракон прилетел, чё ты? Дракон же не орал. Орал, ты чё, курнул? Да? Оставь ты оленя в покое, пошли. У нас мясо нормально. Да у меня шкура. Шкура. Нахера тебе шкура? Олени, самые ценные шкуры, там на меч идет, на вот как у тебя, и на самый матерый топор идет шкуры эти. Так, смотри, прямо волк. Угу, вижу. А что нам делать? Пойдем, меня давай. Бьют, алло, меня бьют. Тебя бьют. В прямом, помогай давай. Ой-ой-ой, лекаюсь. Лекаюсь, лекаюсь, лекаюсь. Вот это жесть. Одного захерачил. Я тоже, помогай бегу, этого. Бегу, бегу, бегу. Все, 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 все. Нихера, слышь. Камень, говорит, поможет. Помог, а я слышу, что кто-то орёт, а я не понимаю по своим хп-то, я не засек, сколько у меня. Ну ё-моё. Надо мясо с них собирать. Все, у меня 6 кусков мяса, слышь, стак целый. Ништяк. Сейчас я захаваю еще кусочек. Все. Молота нету. Понял. Чё за бред? Ой, это деревня новая, мы не были в этой деревне. Да ладно. Да, вон да печка ладно, горит. Видишь, печка горит. В доме так, печка какая-то. Так, разрушенная деревня, а это какая-то более живая. Три двери стоят. Смотри, лут валяется. Топор сразу с этим, с булавой этой, ну, киянкой-то твоей. Давай по домам расходимся. Вон кловсы валяются. Яблоки. Вообще ну, крутяк. О, двери открываются, нихера себе. Двери, двери открываются. Да ладно, двери рабочие. Так, а, стоунсы забрал. Костер есть, костер есть. Можно мясо пожарить, которое набили. О, а это что такое? А, это наручи. А, не, слушай, а костер-то это не рабочий, нихера. Плохо дело. Так, здесь вроде все пусто. Я кого-то слышал, здесь, по-моему, кто-то ходит. Да вон скелет ходит. Скелет? Что тут, стоун? Я хочу в эту жилую зайти, может там торговец какой, прикинь, такой, оу, май френд, я ждал тебя. А, здесь это, кузница.
каких-то какую-то хероту собрал. Какие-то ягоды, что ли? Что-то непонятно. Еще ты стрел скрафтил. Так, я яблоки буду жрать. Ничего не знаю. Так. Хаммер подобрал. Чтобы в два. Это. Хаммера бить. Ага. Так. Ой-ой-ой. Палка с шипом. У меня проблема, Хьюстон. Где ты? Мочилово. Э, я тоже хочу участвовать. Костры у меня какая штука в руках. Какая штука, блин, в руках? Что это? Ух, нихера у тебя дубина огра. Так, я лекаюсь. Зачем? У меня блидинг. Блин, веревки нету. Так. А, ну слушай, ну кузница, по крайней мере, закрытая. Это ну уже да. Хорошо. То, что можно спокойно закрыться и крафтить. Угу. Ты эти кловсы ты будешь забирать? А то у меня нету места. А он... Нету тоже. Вот костер рабочий, кстати. Курот. Три мяса жареных, походу, нашел. Нихера, слышь, ты. О, тут... я какие-то орешки нашел. Вот, я тоже их нашел, но я не рисковал их жрать. Ну чё, а я рискну. Давай. Я посмотрю. О, нифига, слушай. Прям со скорлупой херачит. Вообще, вот это меня второй. Ну и чё? Да нихера, чё-то незаметно, даже еда прибавляется. Еда добавляется? Ну незаметно, вообще пару процентов. А дерево есть? Закинь дерево. Дерево где-то в этом, в домике в каком-то было. Ротинг, а это плохое мясо. О, слушай, вот здесь вот уже ништяк. Ага, скелет ходит, вижу. Три клочья взял. Вот, там еще в начале этой деревни тоже они были. Вот это вообще меня... О, нашел это бревно. Нашел, да, бревно? Да. Сейчас я орешки сожру. Телеги пусто. Слушай, ну это уже подал. Поинтереснее деревушка будет. Угу. По крайней мере, не зря бегали. Слушай, я не знаю, у меня всего по сотке. У тебя по сотке, нет? Нет, у меня 68. Ну я, слушай, я не мерзну. У меня держится 68 и все. Так, а что здесь еще-то есть? Все, камни валяются и все, да? Сейчас попробую этому. Извиняй, дать кувалду этой. Давай. Пусть ближе подойдет, может это, может вообще на костре сгорит что-то. Не, я пробовал. Пробовал, да? Да. Бей его, он на меня, по-моему. Давай, по роже его, давай. На него дубина хорошо должна влиять. Готов. Нет. Еще хочет. Давай еще. Не, ну долго. Долго очень. А она, не знаю, надо посмотреть, сколько у нее дамаг вообще. Кловсы с него заберете? Забрал. Все, отогревайся и погнали дальше. Дамаг 8 у нее, кого? Все, 100%. А, ну все, пошли. Давай по твоему компасу. А, мясо же приготовить надо, я забыл, подожди. Волков увидел и сразу вспомнил. Виталик, 10 мяса пожарил. Ты прикинь, мы никогда не умрем, мы бессмертные. Лично у меня 6 кусков мяса. И все, и места нету, и инвентарь полный. Нет, не на. Не дам ничего, отстань. Дам, пусть тебя лежит. Че, пойдем? Да, пошли. Ну вот, все правильно, мы, значит, нашли третью деревню. Почему третью? Я не видел, где сожженная деревня, где скелеты гуляли, ты говорил. Ты в ней не был? Нет. Да ладно. Тебя там рандомно занесло, и он что-то там еще выкабучивается. Волк. Слушай, я не знаю, я не хочу с них ничего больше собирать. У нас мясо херово туча, нам должно хватить. А я только веревки беру. Ну ты же, по идее, заспавнился где-то, правильно? Где-то на берегу? Но. И нашел этого мудака? Да. Значит, он, получается, где-то недалеко от берега был?
Да нифига, я долго бежал. Ты показалось вообще на окраине карты он был. Смотри, город опять. Прямо. Здесь. Прямо город? Угу. А, вот мы пришли к этой башне, которую мы видели, это эти недоруины. Или это какие-то другие недоруины? Похоже на те. Нет. Или да. Ой, крутой скелет, крутой скелет. Бей его, бей, бей, бей. Сзади еще один. Херово. Загондонили этого. Давай следующего. Смотри, а нет, нет, это что-то другое, потому что там не было скелетов. Готов, готов, готов. И что у них есть? Да херота всякая есть, но я забираю, надо эти бандажи сделать. Я забрал. Вот, этот Frozen. Эти собирает вот этих осьминогов, так голубых. Угу. Сделаем нормальные бандажи. Так. Опять припаянный этот скелет, только без башки на этот раз. Припаянный? Ну да, 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 приклепанный к этой хероте какой-то. Что это? Вот еще один. Очень похоже, но, по-моему, там не было столько. Там не было такого. Это другое. Ну, кустов не было столько, что много очень. Так, давай мне эти кловсы. Я сделаю нормальные эти бандажи. А, 6? Скинул. О, зашибись. Живем. 3 скинул, все. Надо мясо пожрать. Восстановить холод немного и здоровье. Так, давай, куда компас показываю дальше? Справа самурай, справа самурай. Да вот он. Давай убивать его. Достаю лук. Нихера он дамажит. Пусть на меня идет. Окей, окей, я пока залекаюсь. Смотри, чтоб сзади не было. О, завалил, мой, не трогай его, мое. Есть, новый меч. Да, так нечестно. Че нечестно, у тебя лука, забери мой, вон, подолбанный меч. Где, выкидывай. Да и инвентарь, ты нажми, че ты? Все, я заменил меч, я тащу. Так, бандаж, я наверное. Я хоть булаву выкину эту. Ну нормально, смотри, я его чикнул 4 раза этим мечом, и ты стрел там впустил у него, и все, он слился. Ну, смотри, да. Все, значит, получается, он где-то здесь, раз мы самурая встретили, значит, где-то эта тварь здесь ходит. Ну вот, мышь, блядь, ну там вода. Нет, 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 подожди, правее забирай, надо именно откуда он шел. Сейчас еще стемнеет, блин. Компас, что тебе сейчас показывает? Куда мы бежим? Не туда? Нет. Ну и самураев больше не видно. Подожди-ка, давай-ка выше поднимемся, наоборот. Он шел сверху вниз. А он же не может один здесь путешествовать. Наверняка где-то его друзья тут ходят. А вдруг он отбился от стаи, либо его выгнали? Ну да, кикнули. Пинком под зад. Смотрю, а что это? А, ничего. Вот справа от нас находится эта башня. Ну, это... мини-город, развалины, руины. Но. Вот, он здесь вот гулял. Вот здесь вот, где солнце, подняться надо вверх, и может быть мы что-нибудь да увидим. Если не увидим, то по компасу идем дальше. Смотри, вон низина как раз начинается. Тебе не кажется, что это может быть там? Давай проверим. Вот, видишь, низина идет. Угу. Если что, мы же все равно сможем повернуть по компасу и идти дальше, как шли. Конечно. Я уже сам хочу эту ублюдку увидеть. Вот такая была поляна, да, обширная? Да. Вот прям вот такая вот обширная поляна. Так, ты главное меня из виду не потерять. Угу. А сейчас мы бежим так же, все правильно по компасу, только стрелка указывает в другую сторону. Понял, да? Угу. Но в противоположную. Все по направлению так же стрелка показывает, только с конца мы идем. Да. Нет, слушай, здесь дальше кусты начинаются. Если бы он здесь был, я думаю, он бы уже здесь был. Угу. Пойдем по компасу. Туда? Да. Да, я тебя жду.